Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня очередное видео. Пустые баночки. Косметика за ноябрь месяц. Кто любит такого рода видео, приятного просмотра. Меня зовут Анна Ладыша. Ну, давайте начнем первое. Закончилась мамина любимая краска. Я самая. Солнечный пляж. Бюджетная цена. Держится месяц на волосах. Хорошо. Вот ей прям нравится именно оттенок. В других вот красках она не находила. Ну, вот... Она получает именно тот оттенок, который ей нужен. Золотисто какой-то русый. Вот. Долго о ней разговаривать не буду. Так, закончился Нивея эффект пудры. Ну, это мне Нивея присылала на обзор. Мгновенно высыхает антибактериальный комплекс каланиновой пудры. А в обновленной версии мне понравилось что? Приятный аромат и нет... немножко осталось... Не оставляет, вот видите, не оставляет, он прозрачный, не оставляет следов, и он не липкий. Видите? Все. А до этого в этом дезодоранте белые следы оставалось, мне не нравилось. И аромат прям фреш. Буду брать еще, рекомендую, девчонки, попробуйте эту новинку. Хорошо защищает. Следующий дезодорант, я долго о нем говорить не буду, это Космия, ваниль. Напоминает чем-то Эвом, кто любит шариковый. 70 с чем-то рублей. Ой, какой сладенький. Вот. Кто-то, у меня, например, тетя любит вообще сухие дезодоранты. Вы знаете, Рексона, вот как из крема сделаны. Или Леди. Вот. Долго о нем говорить не буду. Так, закончился у меня Органик Кичит яблочная шипучка. Обновляющий мыло-скраб для тела. Вот так он выглядит. Где-то брала по акции. Долго я его добивала. Начиная с августа, вот заканчивая в начале ноября. Тут органическое зеленое яблоко, свежий лимон, органик шоп, неэкономичное расходование. Вот немножко осталось, он такой вот, так сказать, давайте покажу. Он такой зеленый, приятный аромат, такой травянистый чем-то. И мелкими частицами такими. Хорошо скрабирует кожу. Увлажняет ее. А здесь у нас как пишет. А ничего не пишет. А, нет, пишет. Яркое, игристое, волнующее, новое, обновляющее мыло. Скраб не оставит вас равнодушно, эффективно очищает и мягко отшелушит, стимулирует процесс обновления клеток. Мне кажется, он подойдет на лето, на весну. Вот такое. Не знаю. Буду повторять, не буду. Не могу ничего сказать. У меня такое среднее как бы впечатление об этом продукте. Следующее, закончилось бальзам бархатной губки. Ну, просто закончилось. Постоянно берем и будем брать. Они продаются в Ашане и в Фикспрайсе. Хорошо увлажняют. Очень хорошие, просто гигиеническая помада, незаменимая. Так, закончились мои ватные диски. Я самая. Знаете, что я заметила? Что когда я беру ватные диски «Я самая», мне вот такой пачки почти хватает на месяц. Беру я любые другие, да, ватные диски, у меня две пачки в месяц уходят. А вот именно с «Я самая» или они такие, хорошие, плотные, что все впитывают и сразу снимают? Не знаю. Такую тенденцию я заметила. Так, закончилось. О ней долго говорить не буду, потому что я о ней говорила. Это L'Oréal мицеллярная вода. Бережно удаляет макияж одним движением. Эффективно очищает, освежает кожу. Мне она нравится. Она была моим фаворитом. Она без парабена, гипоаллергенна. Хорошо снимает макияж. Глаза не краснеют. Никакого раздражения нет. У кого смешанная кожа, попробуйте. Но она не 100 рублей, начиная 200 с чем-то рублей. Когда будут скидки, возьмите, попробуйте. Так, закончилась у меня вот такая маска, золотой шелк, заполнение кератином и гиалуроновая кислота. Маска для волос, запечатывающая уход и реанимация волос. Она выглядит, немножко осталось, как немножко желе-суфле, белое такое, переливающее. Как всегда, приятная душка у этой марки золотая, но никакого эффекта на своих волосах я не ощутила, не знаю, не было. Не зашла. Ничего. Я не ощутила. Ничего не могу сказать о ней. Понимаете, ничего.
Так, выкидываю AliExpress. Когда-то давным-давно заказывала такую палетку. Она у меня лежит, я даже не пользуюсь корректорами. Просто выкидываю, потому что уже давно лежит. Я только пользовалась, сейчас покажу. Ну, за прыщи, вот, розовые вот эти вот и светлые. Корректировка, когда лицо делаю, коричневый немножко так. Ну, долго же она храниться не может. Просто помойку. Так, еще идут две туши. Может быть, я Essence уже рассказывала, но еще раз расскажу, потому что я не помню, снимала, не снимала. А, это я использовала тушь летом. Что-то на мне лежала. Вот такая кисточка. Красится она хорошо, объем дает, но мне что-то неудобно была кисточка. И через месяц она начала, не знаю, сушиться и осыпаться. Я заметила, если я беру тушь именно в подружке, почему-то она быстро высыхает. Или они неправильно хранят. Я не знаю. Больше я тушь подружки не буду брать. Следующая тушь. Это мне при покупке в подарок как бы можно было выбрать. Это вообще тоже бюджетная тушь. Лавелли. И пудры есть, и лаки. Так, тут силиконовая кисточка. Просто ее выкидываю. 150 рублей что стоило. Не знаю. Ну, прям пахнет какой-то краской графитной. Ничего не делает вообще. Кому нужно чуть-чуть совсем капелюсечку подкрасить, может быть, подойдет. Как производитель, тут тушь для ресниц супер удлиняющая. Не могу сказать. Да, она немножко разделяет объем, ничего не дает. И чуть-чуть разделяет, но ни о чем. Производитель, надо задуматься и поработать вообще над тушью. Так, следующее. Закончились у меня вот такие две масочки. Ой, сейчас, наверное, будет отблескивать. Брала их в Home Market. Это тоже Корея. Вот так они. Называется Saba Shea Anti-Spa. Вообще классные такие маски. Хорошо ложатся по лекалу, но тут держать надо 15-20 минут. Вот, одна увлажняющая маска для лица с экстрактом морских водорослей. Вы сами знаете, что это мне нравится маска. Вот. Она очень хорошо пропитана до такой степени. Прям вытаскивать, она течет, эта жидкость, я не знаю. Вот. Морские водоросли содержат практически все известные микроэлементы. Экстракт морских водорослей увлажняет, питает, тонизирует кожу, ускоряет микроциркуляцию, внутриклеточный обмен веществ, оказывает на кожу разглаживающее и подтягивающее действие. Вот, мне она понравилась. Если я еще увижу в Home Market, обязательно возьму даже за 70 рублей. Она была по 59. Очень классная, Корея. Просто, девчонки, рекомендую. Увидите, попробуйте. Следующая маска. Отбеливающая маска для лица с экстрактом кокоса. Она оказывает на кожу комплексное влияние. Клетки насыщаются влагой, кожа становится более упругой, разглаживающей морщинки. Ну, это я не могу сказать. Снимает раздражение, воспаление, отечность. Вот я ее делала, когда у меня было раздражение, покраснение. После нее кожа гладкая, белая. Никакого нет раздражения. Она выводит токсины, улучшает питание клеток, происходит оздоровление цвет кожи ровным. И экстракт кокоса защищает от старения, балансирует жирность кожи, убирает признаки старения, устраняет пигментные пятна. Мне кажется, у кого жирная кожа, она не пойдет. Так, чистая линия. Она вообще 50 рублей стоит. Так, тканевая маска, увлажнение. Мне она понравилась, если у вас очень кожа сухая. Насыщает живительной влагой, ощущение сухости, стянутости устранено, кожа более мягкая, гладкая, бархатистая. Мне кажется, это подойдет осень, зима и весна, на зимний период. На лето нет. Вот, плотная такая сама текстура тканевой маски. Вот здесь нам надо держать тоже 15-20 минут. Вот, но это тоже сам производитель, чистая линия, черный жемчуг. Буду брать еще, мне не нравится, на каждый день можно использовать. Моя тоже любимая маска вот эта вот. Называется Levitation. Так, маска для лица, выравнивающий тон, матирует кожу, сужает поры и освежает. Тоже наносить на 20 минут.
Здесь у нас экстракт рубинового наполнения с сильнейшими аминокислотами. Гранат обеспечит максимальное увлажнение, восстановление кожи, заряд бодрости. Вот, яркий солнечный кислый заводной лимон порадует кожу неповторимой прохладой, также сделает ее восхитительно мягкой. Вот, приятный аромат. А сама ткань, мне нравится, как будто она бархатистая или шелковистая, сама ткань вот маски. Очень понравилась. Она стоит 70-80 рублей. У них очень приятные вообще маски. У них несколько видов их. И следующая моя находка. Я вот даже в пакетик, чтобы она не текла. Вот то, что я в Ашане брала. Вот 50 рублей. Вот эти корейские. Вот если брать, два вида висело. Вот это просто бомба. Она сама по себе черная. Хорошо ложится. Лекала. С чайным деревом. Она борется с устранением акне, воспалением, прыщами. У кого проблемная кожа, просто, девчонки, рекомендую. Как пишет производитель, ну 15-20 минут наносите, затем снять, и остатки, ну, просто на ней впитал, чтобы полностью кожа. Идеально ложится на кожу лица, обеспечивает быстрое проникновение активных веществ, балансирует выделение сальных желез, зоны, улучшает состояние кожи, предотвращает воспаление, сужает поры, улучшает текстуру. Такие компоненты маски, как черного сезама, черного риса, черных бобов содержат белки 18 аминокислот, способствуют естественному увлажнению кожи, эластичности и здоровью. Витамин Е, антиоксидант, препятствует появлению морщин и веснушек. О, я даже не знала, у меня веснушек нет. Мне очень понравилось, я вот пойду и в ближайшее время еще куплю. А это тканевая маска для очищения пор лица с древесным углем. Вы думаете, что она будет... Ну, как бы уголь, да, вот это черное. Нет, она белая, но она немножко почему-то побольше. Тоже сильно пропитана, чем вот это вот меньше. Вот это не очень понятно. Тоже 15-20 минут. Маска изготовлена из натуральной биоразлагаемой целлюлозы. Позволяет коже впитать активные вещества и улучшает ее питание. Сыворотка очищает проникатель глубоко пор. Ну, если сравнивать, да, вот это посильнее маска, мне она больше понравилась. Вот это, наверное, не для меня. Вот. И что я выкидываю из лаков? Вот такой лак. Ну, просто уже, видите, половина, он уже подсох. Вроде фикс прайс он продается. Уже густой, просто в помойку. А так неплохо красит, но долго он не держится. Следующие два лака. Вроде в Китае такие продаются. А, Мэри Рос, нет, вот этот китайский, он с подсветкой, в темноте как неоновый светится. Просто долго лежит, не крашусь. Такой запах прям сразу. Просто не пользуюсь, выкидываю. Другой лак, какой-то Мэри Рос, он мне не понравился, он очень густой, плохо ложится. Ну, просто вот выкидываю. И вот это выкидываю. Nice. Такой вот. Ну, просто не пользуюсь. Он уже загустел, а так цвет приятный такой. Все розовый. Так, еще вот такой лак, просто цвет такой, блин, персиковый. Называется Bridge Butte Professionalness. Он такой... Ну, просто цвет не подошел, вот такой вот. Хорошо туда ложится. Просто помоет, выкидываю все. И вот этот маленький, такие лаки, вроде фикс в Ашане брала. Называется лак для ногтей. Cool Beauty. Вот. Неровно ложится. С разводами. Просто выкидываю, не жалко. Ну, вроде все на этом. Вот такие пустые баночки косметики. Спасибо, что досмотрели такое долгое видео. Буду разбирать еще, что выкинуть из косметики. И ждите следующие выпуски уже в декабре, в январе, когда как получится. Вот. И всем желаю хорошо готовиться к Новому году. Несколько, ну... Еще есть время, но лучше заранее какие-то вещи, уже подарки покупать, а не бегать за последнюю, там, не знаю, за два дня, бегать в очередях. Вы сами знаете, в магазинах будут очереди громадные за 3-4 дня до Нового года. Так что всех целую, обнимаю. Пока-пока.